It's my first time in this racetrack. Almost full throttle all the time. Very good grip. Нижний Новгород очень крутая трасса, скоростная достаточно. Должны дрифтить. Дрифт — это свободное скольжение. Я Кабардин Сергей, представляю Evil Empire, Санкт-Петербург. Трасса в Нижнем Новгороде лучшая, если можно сравнить только с Казанью, с Бекириньяками, Кочергине, это Литва, в основном скоростная трасса. My name is Vido Elsnis, and now we are in Nizhny Novgorod, Russian Drift Series, round 2. The track layout is fantastic because very fast entry and crazy corners. You can go like full throttle all the time. В итоге все закончилось победой в квалификации, третьим местом в личном зачете, третьим местом в командном зачете. Ну и по итогам этих прошедших двух этапов пока что я на первом месте.